Значит, опять я ее опустила в крутой раствор фитоспорина. Он по самое. Эти все пятнышки, чтобы захватились. Потом на просушку полную опять. И есть одна идея. Оставайтесь со мной. Посмотрите, что я буду делать дальше. Значит, посидела она у меня немножко в растворе. И по бокам горшочка у меня такая образовалась пенка с фитоспорина, который не очень так растворился. И я взяла этот фитоспорин, прям пальчиком нанесла на вот эти вот все зоны. Везде. Вот. Я хочу, чтобы он так и подсох. Ну, такие иногда попадаются комочки, которые намокают, распухают. Вот. Полностью я промазала этой пенкой с фитоспорина все проблемные наши места. И все, на просушку. Так, я ее сейчас оставлю в горшочке. Давай, деточка, вылечим мы тебя. И на ее законное место вот туда. Так. Вот так вот. Все, пусть просыхает до завтрашнего дня. Давайте посмотрим на мою бульняшечку, которую мы обрабатывали в прошлый раз. Так. Прошли сутки, она подсохла. Вот. Такого результата я добивалась, чтобы все было промазано фитоспорином. Как пленка такая защитная. Такая получилась как защитная пленка, она все хорошенько подсохла, все попало во все нужные места. Но у меня так простояло в этом кашпо где-то сутки, даже может больше. Листики сохраняет тургор. Пока что у нас идет по плану. Кстати, пачкала фитоспорин. Ничего страшного. Так. Давайте посмотрим на результат нашей работы. Прошло еще пару дней. Орхидейку я опрыскивала сверху. Значит, корешки. То, что мы обрабатывали с вами, покрылись пленочкой фитоспорина. В общем, что хочу сказать, она у меня стойкий боец, вот я опрыскивала по полный корешок, он напился. Я опрыскивала листики, у меня сохраняет тургор, все отлично. Настроена только на положительный результат, вылечимся, все будет хорошо. Что же я хотела сделать, что же я хотела вам показать? Это мой эксперимент. Я посчитала нужным так сделать, я так сделаю. И буду делиться с вами дальше, будем наблюдать за ней. Не знаю, делал кто-то это до меня или нет, но будем пробовать. Значит, мне так подсказывает мое чутье. Сейчас я разверну камеру, поставлю, чтобы у меня были руки свободны. Значит, смотрите, вот эти вот места, там, где у нас получились вот такие вот ранки, видно вам или нет, вот они. Чтобы они потом не мокли при каком-нибудь переливе, переувлажнении, чтобы у нас не началось обострение при любом переливе, я решила их замазать. Как вы думаете, чем?
Я хочу ее замазать садовым варом. Вот у меня садовый вар. Вот я беру на пальчик и эту ранку. Садовый вар очень эластичный. Я просто буду уверена, что эта ранка у меня полностью запечатана. Никакая влага, она не пойдет. Это пятнышко черное не пойдет дальше у меня. Как бы оно будет у меня запечатано уже на месте. Вот, смотрите, я замазала одну ранку. Не видно вам или нет. Сейчас постараюсь. Одна ранка. Тут у меня маленькая. Сейчас я тут... Можно это делать ватной палочкой, но просто садовый вар на пальчике при температуре нашей, он становится таким мягеньким-мягеньким. Вот. И я буду уже спокойно, что при опрыскивании, когда там останется водичка, или при каком-нибудь переливе у меня не начнется никаких обострений, это пятнышко у меня не разлезется дальше. Вот еще очень большая рана, я тут зачищала, сейчас покажу. Вот. Вот она аж туда опускается глубоко. Сейчас я ее хочу тоже замазать. Ну, конечно, в таких местах ватной палочкой удобнее, чтобы там везде можно промазать. Но я без... Так, я ее достала. Я уверена, что у меня там так, везде фитоспорин. Пленочка с фитоспорином у меня все там осталась. Вот для чего я делала эту пенку, вот такую, которая у нас там была, и хорошенько-хорошенько промазала, чтобы этот фитоспорин произвел такой лечебный эффект. И в этих ранках он там у меня как бы остался, запечатался. Вот. И тут вот у меня пятнышко, сейчас покажу. Вот, видите, как оно пострадало. Сейчас я его тоже. Значит, садовый вар я испытала еще на другой своей орхидейке. Я им постоянно пользуюсь. И в саду тоже. Мне нравится. В садовый вар еще входят всякие полезные добавочки, которые все эти ранки постепенно заживляют, затягивают. Вот. Недаром его так активно используют в садоводстве. То есть, не знаю, почему орхидеисты его не используют. Ну, наверное, я буду первой. По крайней мере, я хочу попробовать. Так что да. Вот такой вот мой эксперимент. Все я промазала. Так, сейчас вам покажу. Сначала я хотела посадить ее в мох. Но мох очень, скажем так, влагоемкий, и все-таки я ее посажу в кору. И будем ждать новых корешков. У меня есть одно чудо-средство, которое помогло мне в другой моей орхидейке нарастить корешки красивые. Я думаю, что с этой у меня тоже все получится.